друзья, около 9:30 вечера. Все, так сказать, что на сегодня планировали, сделали немножко позже, чем планировали, потому что с мотором были проблемы. Вот. То одно, то другое, но в итоге завелся. Слава богу, доехали. Вот. Вот это вот поставили в столовую, затащили вещи. Ну, это помимо тех, которые в палатке лежат. Вот. Ну, друзья, слушаем птичек, расслабляемся. Я еще мечтаю половить сегодня рыбку, но как-то у меня нет уверенности, что это произойдет. Вот, девчонки там все укладываются, кричат, что-то ругаются. Вот, у меня на утро уже есть задача поставить туалет. Ямку я выкопал. Будем ставить вот этот вот стульчик. И палаточку. Ну, палаточку в прошлом году, если кому интересно, можно посмотреть. Прошлогодний обзор лагеря. Вот. Ну, ребята, это отдых. Это туризм. Но это туризм, который предполагает усилия некие физические. Вот, потому что мы, конечно, хотели бы все, чтобы гладко было, но нет. Вот столько вещей, это все на себе. Перевести на небольшой машинке, все туда упаковать, в том числе на крышу. Ехать не более 80, парусит, жуткий ветер именно сегодня. Вот, он нас, кстати, подвел и на озере. Мы от нее пришли. Там волны такие по полметра реально, эти еще летают, ребят с вытаращенными глазами, которые вообще не обращают внимания, что там кто-то идет с прицепом. Нас, по крайней мере, залило. Я лодку когда вытащил, перевернул, из нее, наверное, 100 литров вытекло воды, там все было мокрое, мы. Вот, ну, ребята, это драйв, это то, что необходимо, особенно офисному планктону, хотя бы раз в год почувствовать себя неандертальцем, диким человеком, ну, конечно, с мотором, с бензопилой, с туалетом, но тем не менее, хотя бы так. Вот, туризм, это, конечно, круто. Ну, это, понимаю, мне кажется, что это не каждый способен на такое. Вот, это надо с детства прививать. Хотя, я не скажу, что я там турист был какой-то с детства, но отец меня учил и на рыбалку ходить, там и ловить, и на велосипедах. И мы с ребятами в походы ходили. Не то, что палаточные, но такие однодневные. В лес, по грибы, по ягоды. Вот. Это наше детство было. Костры жгли. Пить очень хотелось всегда. Вот я вспоминаю детство, это нечто. Идем мимо озера. Пить охота, сил нет. В кепке. Через кепку. Цедишь эту воду, пьешь. Ничего. Не болел, ничего не... Все нормально. Вот. Так что вот так. Пока на этом заканчиваем. Будем продолжать обзоры. Ребята, занимайтесь туризмом. Это великолепно. Это очищает не только дыхательные пути от коронавируса, фитонциды. Сосновые здесь хвойные запахи, хвойный дух, вот, ну и душу
очищает общение с природой. Когда рыбка трепыхается на крючочке, ты ее тянешь и понимаешь, что если ты ее выловил, у тебя сегодня завтрак, обед, ужин. Ну, о чем речь? Пошел по грибы, пожарил. Ну, тут маслята в основном, конечно. Вот, ну, нормально, что пожарить с картошечкой, вот тебе уже на второе, да? Вот. Ягодка здесь, земляничка, черничка. Ну, сейчас рановато, конечно. Вот. Ну, в основном на рыбу надеемся. Привезли мясо немного там, курятины, но до конца не хватит. Тушенка есть. Будем пытаться как-то все-таки рыбой обойтись. В идеале. Ну все, ребят, давайте. Чао. До завтра.